Люберецкий силач Сергей Агажанян готовится поставить очередной мировой рекорд в столице Татарстана. Ему предстоит перетянуть 3 вертолета. В рамках подготовки к серьезному испытанию рекордсмен провел генеральную репетицию. На ней побывали и мы. Установку нового рекорда 44-летний силач посвятил 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией и в поддержку российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Для имитации винтокрылых машин, которую Сергею совсем скоро предстоит перетянуть, на автобусах приспущены колеса для максимального приближения их инерции к инерции и вязкости вертолетов. Задача действительно сложная, поскольку никто никогда в истории отечественного силового экстрима не двигал машины в такой сцепке, да еще со спущенными колесами, не говоря о том, что необходимо еще в процессе надавать грелку. Это действительно экстрим в экстриме, но я думаю, что мы люди закаленные, люберчане крепкие, нам все под силу. Друзья, поддержали, поддержали! Еще! Несколько попыток и рекорд побит. Зафиксировал незаурядное спортивное событие президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. На протяжении уже 2 лет Сергей постоянно находится в отличной физической форме. Может любому молодому человеку дать еще фору. Сергей, он все-таки любитель, не профессиональный атлет. Но хочу так сказать, что природа действительно наделила его богатырскими качествами. И самое главное его качество – это сила духа. Люберчанин сдвинул с места 3 автобуса общей массой 16 тонн. Преодолел дистанцию 6 метров 12 сантиметров за 25,43 секунды. Теперь его ждет Казань. А в день военно-морского флота русский «Халк» планирует поставить еще один рекорд – сдвинуть подводную лодку. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.